Что еще за новости? Это еще что за вороночка? Какая? Мне нельзя заходить? Нет, это нормальная воронка. Она лечит. А, лечит, надо было туда зайти. Да, это Сэнди, видишь, Сэнди такой. Дуда плей. Всем привет, ребята! Привет! Поехали! Играем, продолжаем. Продолжаем играть в бой с боссом, все не можем его никак одолеть. Играет с нами так, играет Сэнди, играет Дуда Плей. Вот мы втроем не можем победить босса. Да, так, тяжко. Он у нас, он выбирает. Видишь, он показал. Ты поменяй на этого, на ворона. Это он не мне случайно говорил? Тебе, ведь только у меня есть ворон. Тебе он сказал. А ты что, никакого ворона не взяла? Нет. Нет? Там этот ворон какой-то, знаешь, что сказать. Раз в 5 минут пульнет, и потом стоит как этот, не может не убежать ничего. Так, ладно. Ну ладно, в следующий раз возьму ворона, что я. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, эти все сдохли. Плохиши, которые за мной бежали. Ой, это что еще за новости? Это еще что за вороночка? Какая? Мне нельзя заходить? Нет, это нормальная воронка. Она лечит. А, лечит? Надо было туда зайти? Да, это Сэнди, видишь, Сэнди такой чувак. Надо было туда, блин, заходить, а я рядом стояла. Нет, это Сэнди сделал, Сэнди. Скромно. Если плохиш туда попадет, да? Это его супер, да? Да. Это его супер. Очень долго он убивает, слушай. Но очень долго. Меня убили. Так, оба товарища погибли. Поэтому я сейчас буду быстренько куда-нибудь убегать. Ой, нифига толпа за тобой гонится. Ага, капец вообще. 9 секунд, 8. О, вороночка. Опять оба товарища погибли. Ё-моё. Так, у меня уже... Ой, здоровье кончается. Так, все, этого убил. Теперь динозавра буду стрелять. О, куда он убежал? У этого була не долетают, да, далеко? Да, у була не долетает. Я сказал тебе, что он больше на ближнего похож. Да ё-моё, я думал, это ты стоишь, а тут этот... Этот, знаешь, робот был. Чего он стреляет? Непонятно. А, убил меня прям, я прям на этот ну выстрел что, полетел. Сейчас мы проиграем, товарищи, я вам вот говорю. Давай. Блять, ты что? О, еще один удар этому гаду. О, давай, и вверх беги. А я вниз. О, что, лечится? Нет, посмотри. А, фиг его, а как понять, что он лечится? Не знаю. Так, динозавр этот вонючий ходит, маленький. Гад, смотри, убил мою, блин, мортирку, гадёныш. Они прям вот, мортирка им намазана маслом, они вот на мортирку прям бегут. Угу. Пауэр, я такой робот, пауэр, я робот. Почему я робот, не знаю, потому что я придурок. Да? Угу. Чё у тебя этот был вообще бесполезный? Ты мочи тогда этих хотя бы, маленьких. Да я особо уже замочила маленьких, ты чё? Да? Я, между прочим, выжила, пока не было. Всё, убили так меня. Ты тут мне не лялякай. Ой, что-то жесть какая-то, ребята, происходит. Не знаю, в чем проблема-то, а? Так, ты последняя осталась. Убегай туда. Три секунды. Две. Одна. Так, всё, я появился. Если бы вот этих чертей маленьких не было бы еще, да? Они очень мешают. Да, вообще капец. Мне кажется, разработчики слишком усложнили вот этот уровень. Очень сложный. Прям интерес пропадает. Убили меня. Да, видел я. Ну, конечно, очень долго, во-первых. Во-первых, долго и очень, они очень сильные.
Я не знаю, для кого, для какого уровня это сделано. Но очень-очень-очень сложно. Тут 10... один Сэнди остался. Да, 10 секунд осталось. Ну чё ты, как тебе был? Нормально. Нормально? Бывает это. А мне кажется, надо мне кольта брать. Он у меня просто старый. Да я вот хотела кольта брать, но ты был кольтом. Надо мне кольта брать, ребята. Он у меня прокачанный хотя бы. Он у меня сам... Ну я возьму теперь ворона, как мне этот Сэнди говорит. Самый... Я буду кольта брать. Потому что иначе, ребята, нам удачи не видать. Как тебе супер было? А что-то он бежит в какую сторону? Ага, блин, все. Сэндичка, держи. А, ты там тоже ходишь. Ага. Слушай, что-то я так захотел курочку жареную в духовке. Да ты че? Такой, а знаешь, почему у меня курочка напомнилась? А вот, у меня там индейка жарится в духовке. Жарится в духовке? Да, в духовке индейка, посмотри. Я запах мне индейки такой, я думаю, ё-моё, у меня же индейка жарится. Так, поражение, ребята, мы проиграли, как же плохо. Ой-ой-ой-ой-ой, что же делать? Давайте, ребятушки, я выберу все-таки кольта. А у Сэнди, глянь, 17-й ранг. У Сэнди 17, но Сэнди играет очень часто, я так думаю. О, смотри, кого он взял, 21-й ранг. Ого, у меня 11-й. А у меня 13-й. Ага, нифига, он Була взял. Какой у него ранг там? 21-й, он кого-то другого там взял. Ну он Була взял, офигеть. Ладно, а он у него, видишь, какой в это, синенькая одежда. Но. О, ну видишь, он близко подошел, его убили, к сожалению. А этот хоть далеко стреляет. Да. Этот классный на самом деле. Он классный на самом деле. Не стой на месте, придурок! Беги! Беги! Ай! Кто-нибудь, помогите, где вы все нафиг? Да, мы вдалеке все, блин. А чё вы там вдалеке? Я не знаю. А, гад, собака, убил его. Ух ты, нифига Булу ему врезал. Врезал, да? Вообще, жестяще. Прям с кулака, блин. Но он это, и погиб быстро. Меня убили. Ё-моё. Ты один, убегай. Ха-ха-ха-ха. Да, гад, котик. Я наверх пойду. Гад. Нахер иди. 6 секунд, 5. 2. Вижу. Этот как раз. Сэнди тоже. Нас еще одновременно убили. Ну. Так. О, убили меня, собаки. За что? За что? Вот я прям видел эту пулю, которая меня убила. Угу. Так, елки-палки, ребятушки, что же делать-то, а? Если вот эти маленькие черти бы еще не мешали бы. Капец. Так, одержись. О, я появился. Так, давайте. Фух, страшно. Ну. Оно даже как не страшно, оно противно, блин. А, гад. Идет за мной. Так, убили друга нашего. Ай, за что? Блин, я за бочку хотел спрятаться. У тебя супра нету? Ладно. Так, жди 15 секунд. 10. Блять. Все, стой на месте. Куда он пойдет, посмотри. Ё-моё, он идет, смотри, непонятно куда. Так, вот появился Бул. Сэнди. Так, а ну-ка я сейчас попробую. Не знаю даже, кого эти динозавров это убивать или маленьких вот этих чертей. Меня убили, окружили эти черти. Черти, да, надо чертей убивать. Блин, убили меня все нафиг. Ёлшки-моташки, ё-моё, 50% еще мы только. Даже мы убили его, 48% мы только этого динозавра дали. А он еще, а еще сколько ждать-то? Ё-моё. А где я? Я что, ожила? Где я? Я что, ожила, что? Ожила. А я что, тоже ожил, что ли? Ё-моё. А я стою такой. Да там не видно ничего. Побегай. Хорошо. Ё-моё, моя супер. Да ты мимо стреляешь. Одна секунда, и я вас поднимаю. Успели, ребята, молодцы. И, наверное, там скрестили все пальцы, да? А что, Сэнди тоже не было? Не было? Никого не было? Никого? А где он? Да, я не знаю. Где-то есть там сзади. Ну.
Сэндвичка. Ой, блин, меня убили. Капец. Мы меняемся, так знаешь. Ну, ты только возродился, и я убилась. Вон он, Сэнди, рядом. 7 секунд, 6, 5. О, господи, 2, 1. Блин, я у меня когда супра, он начинает нахер бегать, козел. Так он чувствует. Наверное. Блин, сколько их много. Меня опять убили. Это смотри, у меня смотри какая жизнь. Видела жизнь мою? Ну. Вот-вот, и подумай, как вообще в этой ситуации можно выжить. Оба товарища пали. Оба товарища по несчастью, да? 4, 3, 1. Так, все втроем здесь очутились, да? Так, я буду вот этого гада убивать. Ё-моё, сказал этого, а не стреляю. На, умрись. Так, я этих... Все чудиков... меня убили опять. Я чудиков убил, но эти чудики опять прибежали. Да так нереально играть, ну алё. Да кошмар, короче. Да я только убил этих чудиков, откуда-то еще чудики появились. Откуда чудики взялись, алё? Так, оба товарища пали. 3 секунды, 2. Хорошо. У меня есть супра. Молодец. Так, ага, оба товарища пали. Меня опять убили. Оба товарища. Ёшки-пашки. 10 секунд, 9. Не ходи, лучше убить. А, вот этот появился, смотрите. Ага, есть. 2 секунды, 1. Блин, я как раз сейчас на... О, я убила этого дурочка робота. Это ты убила, или я? Я. Блин, я у меня супра была, меня убили. Супра была, супра, я ее не использовал. Да, она не помогает. И сейчас опять ее наращивать. Ну как не помогает? Помогает. 20% динозавра еще осталось. Так, сзади тебя придурок бежит. Все, и я возродился. А смотри, как назло. А нет бы раньше, я бы тебе помог бы. Нет, это не скотство ли? Я считаю, скотство. Вот эти кругленькие, да, джедаи? Как вообще они там, джедаи как... мощные. Как в Звездных войнах. Но... Они вообще не убиваются. Да. Так, 18% этому осталось. Блин, куда я? Так, у динозавра 11% осталось. О, блин, нифига себе, у меня 13 секунд. Оба товарища пали по несчастью. Ой, выбегай, да плей. У нас 10%, чтобы его замочить. Но... 2 секунды, я сейчас возражусь, убеги от него. Хорошо. Я прямо у него под жопой. Меня убили. Меня тоже. Все. 9%. Да это очень сложно. Это фигня какая-то. Это уже Сэнди был с 21 ранг. Понятно, уже. Понятно. Это как-то так, знаешь, сделано с тем расчетом, что ты никогда не выиграешь. Ну, один раз мы выиграли, то супер. Ну, обычную. О, господи. Как же сложно. За него что-то мало всяких этих очков дают, да? Да, вообще ничего не дает. Ладно, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, передавайте привет, и передадим привет вам всем в следующем ролике. Обязательно пишите, передам привет. Вот Такаплей и у Дудаплей пишите. Мы передадим приветы каждый сам на своем канале. А также, если мы будем снимать в этот момент ролик, передадим в 2 ролика. Представляете, это как круто. 2 канала вам передают привет. Угу. Давайте, ребятки. Пока. Пока.